Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, и это игра Токио 42. Сегодня мы ее посмотрим, оценим и решим, стоит ли эта игра нашего вкуса, нашего внимания, ну или наших рук, чтобы в нее поиграть. Не забывайте, что 200 лайков, набранных под этим видео, заставит меня сесть и сделать новый выпуск по этой замечательной игре. Но, конечно, если игра вам понравится. Ну и давайте начнем! Во-первых, это изометрическая футуристическая игра, действие которой происходит в Токио далекого будущего. Давайте же начнем. Я немножечко поиграл, чтобы представлять, что из себя вообще игра представляет, да, то есть... Ты наслаждаешься расслабленным вечером у себя дома в Токио, чтобы, ну, знать механику или какие-то моменты, ну, чтобы не тупить, типа, при вас там, а это что такое? И вид этой игры, он очень необычный. Поэтому в области механического освоения речи может идти только об одной компании, Toby Beef. Экстренный выпуск новостей. Убийство в Токио. Полиция только что подтвердила первое убийство 2042 года. Личность преступника установлена благодаря неустанной работе детектива полицейского управления Токио. Ненадолго прервав запланированные программы, мы переходим к прямой трансляции с квартиры подозреваемого, куда в данный момент съезжаются спецназовцы. Те, кто присоединится к нам для просмотра программы, ядовитые отходы и ответа на вопрос «Чего?» и ответа на вопрос «Могу ли я убежать от своего же кразиного стока?» Спешу уверить, правосудие будет быстрым. Так, тут нам новые сообщения. «Тайка, тебе нужно сейчас же валить оттуда, забудь о душе, дождись меня на улице, я уже иду». И, как видите, мы уже можем передвигаться, мы можем садиться на «С», также мы можем бегать на «Shift» и... прыгать. Погнали. Shift для того, чтобы бежать. И... черт, здесь уже полицейские. Я так понимаю, они за мной гонятся, да? Погнали, погнали, погнали. Ну же, бежи, беги, беги. По мне уже стреляют, ребятки. Беги, 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 беги. Уворачивайся, уворачивайся от патрона. Черт. Меня убили. Так, ладно, мы сейчас... Ой, сразу же начнем. Ну ладно. Как видите, опять же здесь появляются... Такое ощущение, музычка такая эпичная. Йоу, это что, паркур сейчас будет конкретный такой? Похоже на то. Пошел! Черт, он выжил. Серьезно? Йоу. Ха-ха, нормально. Ушли. Ну, довольно-таки начало простое было. На волосок от ареста. Ты в порядке? Хорошо, тебя разыскивают за убийство. Ладно, ладно. Пусть все выйдет. Моя вина, надо было мне немного замедлить ход. Что я думаю, кому-то, какому-то киллеру из Токио нужен был козел отпущения. Вот он и свалил все на тебя, дружок. У меня была подруга, ее звали Саша. Она дала мне пароль для входа в терминал здесь неподалеку. Сказал, что там можно спрятаться, если попаду в серьезную передрягу. Я тебя отвезу туда, посмотрю, что там и к чему. Ха, прикольно, на самом деле, очень сделано, очень необычно, да? То есть, изометрия вот это вот. Поворот обзора, куе. Смотрите, йоу, офигеть. Вот это уже прикольненько. Так, мы погнали по стрелочкам. Тут нам подсказывают даже, как бежать. Так, эта игра сохраняется. Эти вот ларьки для сохранения, я так понимаю. Так, мне куда-то вот сюда вот, получается, нужно. И для окрестностей можно использовать бинокль. То есть, чтобы посмотреть куда-то вдаль, да, я так понимаю. И вернуться еще раз на... правую кнопку мыши нажимаем. Ну что ж, давайте сюда. Заходим в терминал. Тут юзернейм какой-то очень жесть какая-то. Название. Дальше у нас что тут? Новое сообщение. Это же портал наемного убийцы. Прекрасно. Теперь у нас есть шанс избежать тюрьмы. План таков. Ты станешь наемным убийцей. Я буду твоим помощником. А вместе мы дойдем до самой верхушки, пока не найдем того, кто сможет нам объяснить, почему ты... теперь считаешь самым опасным преступником Токио. Ты только подумай, сегодня все сидят на нанобэд. Чего? Это что сейчас произошло? Чувак кого-то зарезал? Люди больше не умирают. В основном тот чувак, за убийство которого тебя разыскивают, видимо, перестал их принимать.
Застрелить человека сейчас не считается моральной дилеммой. И можно найти кучу контрактов по этому делу. Поэтому вопрос только один. Ты за? Я так и знал. Волнующее решение для тебя, по крайней мере. Ты-то все время будешь в опасности. Но давай не будем об этом. Начнем с простенького задания. Здесь поблизости спрятан пистолет. Возьми его. Твоя жертва Симус Браун, магнат мини-гольфа. Он сейчас бьет спокойненько по своим шарикам весь в дзене. Что так в дзене? Так, и давайте подберем пистолетик куда-то вот туда. Вот у нас движуха. Стрелка цели. Ну, понятно, по стрелочке бежать. Так, вот здесь мы вот так вот можем развернуть и подняться. Кстати, все раздвигают. Вот наш персонаж как бы всех раздвигает, видите? Ой, прикольно. Так, есть у нас пистолет и вот эта жертва. Так, окей. Давайте обратно. С шифтом побежим. Кстати, вот я тут где-то... Черт. Вот же монетка, да? Так, ну-ка. Паркур. Ю-ю-ю-ю-ю-ю. Чуть-чуть не допрыгнул, ладно. Потом еще раз повторим это. Паркур! Так, стоп, куда-то сюда же нужно было бежать. Давайте дальше, сейчас будем убивать чувака. Нажмите Tab для выбора оружия. Есть пистолет. Правой кнопкой для прицеливания. Так. Ей, отлично. Похоже, уже сразу же сохранил все. Чьи-то они тут бегают. Так, все, спокойно. Просто сваливаем. Паркур, конечно, здесь прикольнее, прям зависание такое. Вообще, на самом деле, очень необычный вид у игры. Новые сообщения. Отлично, я тебе говорю прикончить магната гольфа, а ты берешь и оставляешь его от него, от его башки только мокрое место. Что? Ничего, ладно. Для следующей жертвы понадобится пушка, стреляющая издалека. У торговца, живущего на верхнем этаже квартирного дома Сантори, припасена снайперская винтовка. Прихвати ее. Туда не так легко забраться. Хочешь попробовать паркур дня? Йоу. После того, как купишь снайперскую винтовку, займи тактически выгодную позицию и продемонстрируй, как ты бьешь четко по мишеням. Так, ну что, погнали. Тут какие-то вот монетки будут, значит, это какие-то то ли секреты, то ли что-то. Так, я тут немножечко знаю, как проходить, поэтому для меня не будет дилеммой. Тут придется, ну, реально попрыгать, и попрыгать очень много. Так что погнали, ребятки, погнали. Вот эти два здания нам будут нашей тренировочной платформой, да, то есть для того, чтобы тут прыгать. Также мы можем записываться, если мы случайно каким-то образом упадем, да, то есть или еще что-то в этом роде. Там, посмотрите. По-моему, стоп, ну я не знаю, но там парочка, короче. Один курит, понятно, после чего, да? А другая лежит или другой лежит. Вот непонятно, честно говоря. Так, оп, есть паркурчик. Ой, прошу прощения. Купи снайперскую винтовку. Сейчас купим. Ну нормально. Токио будущего мне нравится. Так, аккуратненько. Оп, аккуратненько. То есть паркур, он здесь простой, но, в принципе, я не сразу сообразил, как, куда и нужно, да? То есть тут приходилось подумать немножечко так. Посидеть и потупить, так скажем, даже. Оп, отлично. Там прям магазинчик со стволами. Так, давай, друг. Тут катана, ей. Кстати, давайте-ка я сейчас еще и куплю катану сразу. И нам нужно вот сюда вот прийти. Здесь, я так понимаю, патроны для снайперской винтовки будут. Использовать. Давайте и катану сразу куплю. Прям вот сразу же. Так, давайте сохранимся. И прям вот так вот. Йоу! Как видите, наш персонаж вообще без проблем может драться. Также здесь есть телепорты, да, то есть. Допустим, мне вот сюда вот нужно. Мы, допустим, сюда вот жмем так. И видите, мы просто телепортировались в это место и, собственно говоря, уже в нем. То есть, чтобы не бегать постоянно, тут есть вот такие вот облегченные моменты. Так, как видите, активировали телепорт. И давайте здесь берем патроны. И вот, собственно говоря, наша цель. Снайперскую винтовочку. Оп, цели. И давайте выстрелим. Бам!
Есть! Так. А здесь у нас другой чувак. Тут нужно будет использовать бомбы, да? То есть надо держать и вот... Оп! Пошла, 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 пошла! Есть, накрыло! Но как вот... Ну-ка, может быть, монетку можно взрывом получить? Ну нет, я так понимаю, что нет. Так, есть, 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 есть сохранение. Давайте вот эту монетку все-таки попытаемся взять. Получите награду, да? Вот так вот. И где-то вот, вот здесь мы сейчас отсюда будем прыгать. Йоу! Чуть-чуть не хватило. Надо было с разбегу. Прям... Ну ладно. Ничего страшного. Цель выполнена. Новое сообщение. Хлоп. И от этих бездельников остались лишь воспоминания. Молодец. Но мы поднимаем все выше и выше. Мне тут друг сообщил, что тебе прислали подарок. В сообщении говоришь, что ты найдешь его там, где распрощался с жизнью знаток мини-гольфа. Клиент, видимо, радуется хорошо выполненной задаче. Ну, давайте пойдем подарочек получим сейчас. Там два ствола, по-моему, да? Да-да-да, и какая-то двухстволка, что ли, или что это такое? По-моему, это дробовик какой-то, да? То есть, по-моему, да, на дробовик похоже. Так. Есть. Опа! Это что, это типа на меня нападают? Так, стоп. Берем вот этот ствол и... Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Черт! Есть, двоих убил. Черт, они в меня попали. Так, повторяется задание. Так, ускоряемся более быстрее. Не надо на меня так смотреть. Я же не знал, что расправившись с одним мини-гольфистом, ты настроишь против себя кого-то там. Здравствуй, я за тобой давно наблюдаю. Ты отличаешься преданностью делу, хладнокровием. Да, ты действительно отличаешься от других. Ну, баба. Ее зовут, и вот этого зовут Нубаба. Но тебя еще многое стоит испытать. Что за... Это же была Нубаба. Что значит кто? Если все, что они говорят, правда, то она связующее звено всей контрактной работы в Токио, что она тебе сказала. Ладно, если мы сумеем очистить твое имя от грязи, то она нам поможет. Выбери контракт в терминале и создай себе репутацию. Так, отлично, свободное плавание, я так понимаю, нас отпускают, это хорошо. Свободное плавание, это всегда хорошо. Так, давайте здесь пробежимся, здесь какие-то таблеточки. Будущее, ребят, будущее, это, конечно, круто. Так, вверх и в цель. 6000 воздушные змеи. А давайте вот это вот возьмем, да? Принять задание. Так, вот куда-то туда мне нужно отправиться. Оп-оп-оп. Так, я знаю, как с ними справиться. Так, ярость. Совет, ярость. Приведи панков в ярость, проникнув на их территорию или напугав их оружием. Отведи их в нудистский сад и посмотри, что случится. А куда? В нудистский сад? Йо-йо-йо. Да-да-да-да-да, панки, чего? Куда мне? Туда куда-то нужно бежать. Мне сюда куда-то нужно, точно, точно. Смотрите. Воу. Здесь нудисты. Давай, 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 мужички, вы чё? Чё, давай, 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 давай. Смотрите, они голые, что ли, ходят? Ну, как минимум, они в купальниках ходят. Так, стоп. Стоп, а чё они отстали-то? Серьезно, а чё они отстали? Наверное, не нужно было прыгать, вот что. Наверное, не нужно было прыгать, тогда бы все было нормально. А я типа такой, типа, паркурщик, все дела. Так, ладно, давайте. Подождем, когда они вернутся. И потом опять сагрим их. На вражескую территорию. То есть это банда... Вот это вот панки с зелеными волосами, это типа банда с катанами, при том с мечами какими-то. И банда нудистов. Я правильно же это понимаю, да? Я же правильно понимаю. Жесть, будущее, ну ладно.
Запретная зона. Ну, эй, алло. Вот. Вот, вот это другое. Давайте, 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 давайте за мной. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Так, давайте вот так пистолет возьмем. Пистолет просто бесконечный. Йоу! Нафига они меня начали резать-то? Блин. Да-да-да-да-да, навалим ему, навалим, йоу! Теперь другие панки, другого цвета. Навалим ему! Притом у нас афроамериканец, то есть тут вообще все... Все справедливо, по-моему. Ух-ух-ух! То есть, мне еще вот как раз-таки под перекрестный огонь не стоило попадать. Цель выполнена, то есть нудисты просто перестреляли панков, вот и все. Все очень просто. Но как-то... Здесь не то, что сложно, но напряжно в том плане, чтобы и довести было, и увернуться одновременно. Вот так вот. Так, окей. Посмотрим, что дальше. Миссия выполнена! Есть денежки мне дают. 5500. Нифига себе. И воздушный... А, вверх и в цель. А, цель Так, ладно, давайте вот так вот нажмем. Стоп, стоп, стоп. А что-то их тут дофигище-то, а? Ребятки, закидайте жертву гранатами. Ага. Жертву гранатами. Так. Стоп. Флаг, смотрите. Врагов что-то здесь немерено, но... Ну ладно, мы сейчас попытаемся. Так. Кстати, оторваться от хвоста. Нажми левый клик для применения произвольной оболочки. Если враги не увидят, кто ты, меняешь оболочку, и они не узнают тебя, и ты сможешь сбежать. Вау, вот на этой зоне получается, да? То есть, используй энергетические положения, чтобы набраться сил. Так. Так. Так, так аккуратненько. Так, вот-вот-вот-вот, как видите. Черт, они ищут. Все. Ха! То есть, понимаете, в чем прикол? Я как бы не робот же, ой, я не человек, я как-то вот эта оболочка, да, вот этот робот. То есть, все сидят типа по домам, а ходят гулять вот в этих оболочках. Я так понимаю, то есть я просто себе поменял также оболочку. Отлично, отлично, отлично. Легкое такое задание было на самом деле. Тебе удалось привлечь мое внимание. Хорошо, теперь я подвергну тебя испытанию. Один тщеславный человек думает, что окружив себя своими приспешниками, спрятавшись в храме за стенами построенной им крепости, он в безопасности. Твоя задача доказать ему, что он... Что от меня ему никогда не удастся спрятаться. На входе в храм ты найдешь клинок. Дай ему почувствовать всю его остроту. Я не приму никакого другого метода. Можешь идти. То есть, только клинком? Это немножечко, ну, типа, ну окей, как бы, но... Ладно, попробуем, сейчас посмотрим. Может быть, мы сейчас будем против клинков драться. То есть, внешность персонажа не важна. Воу, это что такое? Это что такое? Странный человек. Так, и... Где я клинок-то должен найти? На входе каком-то. Ну, в общем, вот так вот давайте. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Запретная зона. Есть. Надо просто аккуратненько, я понял, понял. Отлично. Так, где там еще вражины? Скотаны, по-моему, да?
Так. Спокойно, спокойно. Сюда просто прийти нужно, да, то есть... Зараза! И как мне теперь его зарезать? Так. Так. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Черт. Черт. Блин, и как мне его теперь... А, иди сюда, я сказал тебе, скотана, иди сюда. Ах, зараза, ну понятно. А, то есть я... А, нет. Стоп. То есть заново мне придется все-таки, да? То есть только заново, да? Во-во-во-во-во, а че они так резко сагрились-то? Блин. Ну против... Против оружия-то мне не получится, да, ничего сделать? Там он на меня еще бежит, скота, ну чё? Ей, порезали. Чё, гранатами еще кидаются? Давай. Чёрт. Ну это придется постараться, короче. Так. Давайте постараемся. В этот раз выложимся на все 100%. На все 120%. Чё? Есть, порезали. Так, ну этих двоих, я так понимаю, это самое легкое, да? Блин, игрушка очень необычная. Что-то в последнее время у меня как-то прет на необычные игрушки. Так, вот здесь вот надо как-то сначала вот с этим справиться, да? А потом вот с этим. Потому что они друг друга, видите, вот так вот. А здесь, наверное... А он спит? Я ничего не пойму, он что делает? Так, наверху вообще снайпер, по-моему, да? Вот такое ощущение. Это спал, по-моему. Серьезно. То есть, представляете, каждый раз еще по-разному. То есть, враги... Враги себя ведут по-разному. То есть, они и спавнятся по-разному. Отлично, на самом деле, отлично. Я думал, будет посложнее, но... Ладно, может быть, это только начало? Возможно, это только начало. Докажи, ну, бабе, что на тебя можно положиться. Проникнуть... Ух. В некоторых миссиях тебе нужно незаметно подкрасться к жертвам и ударить их ножом. Не дай себя увидеть. Нажми таб для выбора холодного оружия. Ты можешь убивать врагов тихо. Просто сделай это, когда тебя никто не увидит. Так, ну, это не проблема, я думаю, да? То есть... Оп-оп-оп. Так, стоп. Вот... Стрелку я что-то не пойму. А, типа, здесь войду, здесь выйду. Или что-то типа такого. Вот-вот-вот-вот, я так и подумал. Так. Блин, тут надо так прям аккуратненько к этому всему относиться. А, то есть я еще могу же, да, то есть за заборчиком вот так вот. Тк-тк-тк-тк. Прям с катаной. Оп-оп-оп-оп. Есть, отлично. Круто-круто, давайте погнали выше. Так. Так-так-так-так, здесь куда? Давайте... как это, не на шифте, а... в стелс-режиме. Блин, игрушка потрясающая. Вот сейчас я понимаю, что здесь прям... Очень-очень так выложено, очень много идей и очень много вот таких вот моментов, которые, блин, просто потрясающие. Режь, убивай! Такой прям реально уже мясорубку устраиваю. Так, ладненько, давайте. Он еще так с ножом так бегает. Всех порежу! Жесть! Так, окей. Прячемся. Просто аккуратненько, просто аккуратненько. Так, сначала вот этого нужно зарезать. Есть, спокойненько, спокойненько. Теперь вот этого. Сохранились. Воу. Ну, здесь я не зря сохранился, да?
Есть. Есть, 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 есть. Так, еще. Вот здесь этот отходит, и вот этого можно резать. Давай. А хотя давайте вот там вон с той стороны порежем. Стой! Такой. Стой, 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 стой! Есть. За угол не заходи, как говорится. Так, здесь тоже, кстати, можно. Оп, это говорит, что типа хорош, 25 минут вышло. Так, и вот здесь вот уже посложнее. Тут уже посложнее. Тут он один остался, да? Последний. И как мне его тут зарезать? То есть понимаете, что к нему я смогу пробраться только вот отсюда. Так, ага. Так, 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 так. Только отсюда или вот так вот. Хотя я, наверное... Черт! Черт! Ладно. Так, еще раз попытаемся. Но, честно говоря, я, наверное, не допрыгну. Я сейчас думаю, что я, наверное, не допрыгну. Тогда как? Тогда как? Тогда надо просто подумать. Вот и все. И все будет в порядке. Вот здесь вот такой парапет есть. Вот он, вот он, вот он. Мне сейчас интересно, я на него смогу забраться, на этот парапет? Да, смогу. Ха! Я вообще прям какой-то ниндзя. Я стелсы, вообще стелсы я не очень люблю. Но вот это мне нравится. Серьезно. Ха! Отлично. Отлично, ребят. Все, что ли? Так. И все. А, получите награду, да? Вот так. Ну, я могу вот так вот сделать и телепортнуться вот сюда вот. Так. Так, 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 так. Чувствуется, дальше здесь замесы будут просто неэпические. Цель выполнена. Входящее сообщение. Прекрасно, проблеск потенциала, чтоб в тебе я видела... Что я в тебе... Ой, прошу прощения. Проблеск потенциала, что я в тебе видела, не было ложью. С тобой сейчас приедет машина с водителем. Ребят, я, наверное, на этом буду заканчивать, потому что это, похоже, другая карта уже будет, что ли. А может быть и нет, не знаю, честно. Игрушка интересная, игрушка необычная, да, то есть, видите. Как минимум, если вы не захотите продолжения, то обязательно скачайте и поиграйте. Я уверен, каждому она понравится. Всем всего, удачи и пока.